Всем привет, с вами Лена Голд. И сегодня у меня закончился мой личный дневник. Короче, он у меня закончился. Последняя страничка осталась, но ее сегодня допищу чуть-чуть. Ну, я должна кое-что сюда приклеить, это уже не важно. Короче, я сегодня съездила и купила новую тетрадку. Я не хочу заморачиваться никакими там блокнотиками, ежедневниками, где-то все искать. Я просто в магните взяла и купила обычную тетрадку. Ну, конечно же, эта тетрадка 96 листов, потому что мне надо побольше, больше, больше. Сегодня, перед тем, как я покажу, как я буду заполнять с первой странички своего личного дневника, я покажу свои старые дневники. Ну, у меня их только 4 части, новый будет уже 5-я часть. Да, мало, но для меня это уже как-то много. Первый свой личный дневник я начала в 2011 году. Вот он. Все дневники мои старые, они все некрасивые, потому что я когда не заморачивалась, и знаете что, если вот вы начали снимать видео или что-то другое, и вам сказали, что у тебя, блин, у тебя личный дневник просто урод какой-то или что-то, не слушайте никого, это ваш личный дневник, это место для вас, куда вы записываете свои мысли и тырым-пырым, поэтому... Никому не верьте, что у вас там ужасный личный дневник, потому что это только ваше мнение. Этот личный дневник, вот он, такой с малинками. Ой, я его вообще купила просто в магазине. Это с подружками ходила и в магазине взяла и купила. Не знаю зачем, пришла, думала в школу буду носить, ага, нет, не захотела. Короче, написала тут личный дневник и начала его тут. Вот он. Конечно, тут-то ничего такого нет. Я просто тут записывала, что хотела, рисовала. Вот просто я для себя делала. Я даже тут сказки писала. Следующий дневник был такой очень маленький блокнотик. Не знаю, не делайте такие личные дневники, потому что это не личный дневник. Мне его даже заполнять не хотелось. Тут места мало писать. Тырым-тырым. Вот он. Мой личный дневник. И вообще, мне его очень давно мама подарила. То есть он, похоже, 2008 года такой личный дневничок. Заполняла, писала, рисовала. Ну, такой, я его даже не закончила. Ну, я тут написала, типа, мне надоело тебя вести, я хочу другой личный дневник. А тут-то я иногда что-нибудь пишу, рисую, уже давно не рисовала. Следующий мой дневник, я слишком перестаралась, он у меня слишком толстенький, и, короче, он мне даже в руку, то есть в руку помещается, но, блин, он толстый. Я его начала совсем недавно, вот этой осенью, и закончила на Новый год, вот. Тут написано ежедневник, и я его так, это, тут рисунки всякие, это закрывашка, так вот. Я хотела и на этот личный дневник сделать себе такую, ну, что-то не захотела. Много наклеено, очень, тут он просто, ну, вот поэтому я и этот замочек сделала. То есть тут вообще, ну, дофига всего, всего. Потом идет мой личный дневник, который я начала... И потом я начала снимать видео. Это моя 4-я часть. И сейчас я начну другой, новый личный дневник. Я этого очень долго ждала. И вот он. Начнем его заполнять, а то я жду, не дождусь. Поехали! Je ne suis peut-être pas celle que je crois celle.
Même soleil sous un ciel gris, même désert, même pluie, même envie qui s'enfuit vers des ombres qui sourient, même ennui d'une même vie, car le bonheur a son prix et n'accorde aucun crédit au cœur qui tourne. Je ne suis peut-être pas celle que tu crois, celle que tu vois. Peut-être suis-je meilleure, peut-être pas, peut-être pas, que celle qui tombe à chaque pas. Celle que je crois, celle que tu vois. Peut-être suis-je meilleure. Очень нравится, очень ярко, но я тут, блин, вот как назло, у меня всегда одинакового цвета нету маркера у меня. Я начала раскрашивать себе рамочку. У меня, блин, как назло, маркер закончился, и придется теперь мне что-то придумывать. Ну, я тут думаю, знаете, что можно другим цветом тут закрасить. С этим дружком мне придется расстаться. То есть, ну вот, если вам понравилось мое видео и мои личные дневники, ставь палец вверх и подписывайся на мой канал. И ссылка на мою группу ВКонтакте Алина Голд и личные дневники будет в описании. Всем пока-пока, с вами была Алина Голд. И до новых встреч!